Так, девочки, приветики. И что я буду делать? Я буду красить брови. Сейчас с утра мы красим бровки. Вот у меня красочка Эстель. Тон коричневый. Вот так вот. Сейчас покрасим. А, это хна, кстати, черная хна. Я ей типа ресницы крашу. Но она без аммиака, без ничего. Не знаю, красит она вообще хоть что-то, нет. Но иногда наношу. Вот, это у меня такой набор для бровей. Бровки я покрасила, чуть-чуть гелем причесала. И что? Нужно заниматься, девочки. Лето, лето, раздеваемся. Ножки, ручки красивые. Нужно заниматься. И акцент на то... Ай, ну что, мои дорогие, я приняла душик. Немножечко у меня еще волосы мокрые. Уже практически лето. У нас уже, ну, просто 30, наверное, на солнце. А, вот, поэтому нужно срочно приводить себя в порядок. Занимаюсь я уже прям упорно, ну, с периодичностью, не каждый день, но не бросаю уже около месяца. Занимаюсь на ягодичке, как сегодня. И еще плюсом я добавила уже красивые ножки. Для меня самый лучший вариант занятий – это занятия дома с fitstars.ru. Так что присоединяйтесь, будем вместе заниматься. Тренировки от 7 до 30 минут в день. А мои вот ягодицы, то, что выбрала я, что понравилось мне, это 15-минутная тренировка. На ножки полчаса. Сами решайте, какое время у вас есть, так и занимайтесь. Огромное количество тренировок, огромное количество программ, также очень много тренеров. Выбирайте по своему вкусу, по своей душе. Программы растяжка, зарядка, пилатес, здоровая спина, кстати, у меня супруг занимается. А для детей от 3 лет занятия проходят в игровой форме. У меня уже очень давно оформлена подписка на fitstars.ru, так что и вам советую. А теперь просто супер классная новость. Легендарный безлимит навсегда вернули, и теперь вы можете оформить подписку в рассрочку на 6 месяцев без первоначального взноса, без всяких переплат. За выполнение тренировок получаете умный весопикуп, а также сертификат в магазин fitstars.shop. Это очень выгодно, потому что сумму подписки вы практически получаете обратно сертификатом. По моему промокоду Есютина у вас будет 70% скидка на подписку «Безлимит навсегда». Цена постоянно растет, так что переходите по ссылке, забирайте все подарки, пока они есть. Мои хорошие, ну что, я уже съездила по делам, вернулась. Итак, давайте поболтаем, может быть, о парфюмчиках. Я не снимала видео. Мурка пришла. То у меня Брюлька ходил, помните? А эта Мурка пришла. Ой, хотя зря это делаю, на стол ставлю. Она потом подумает, что на стол можно, а у нее есть фишечка, а она берет и все скидывает. На лестнице, если что-то положишь, а она, главное, не скидывает с самой лестницы в бок, а со ступеньки на ступень. Что такое? Мура, что случилось? Что-то тебе не нравится? Что случилось? Не ручная ты, да? Что случилось? Что? Пошли. Иди, точнее. Ой, а пузо такое здоровое наелось. Что случилось, Мура? Муря, что-то какая-то ты деловая, да? Иди сюда. Иди. Только начинает понимать, что она Мурка. Так, про что я? Про шерсть на блеске, которую я уже съела. Мурянка. Сейчас я ее забрала с улицы, она с собаками гуляла. Нормально уже гуляет. Ну, там муж, конечно, ходит туда-сюда, но она прям уже гуляет с собаками. Так, блеск у меня сегодня, девочки,
L'Oréal. Мне что-то на эти блестки тянет, не могу. Вот. Так вот чуть-чуть, знаете. Чуть-чуть гламшайнусь. А тени у меня тоже новые. Ну, вот здесь коричневые сухие, а вот здесь вот такие они очень-очень стойкие, как тени-карандаш. В каком-то из следующих видео покажу. Я уже сняла распаковку. Просто если сейчас покажу, потом покажу, будет неинтересно. Итак, мои хорошие, сегодня я в своей новинке, так как я в телеграм-канале уже вам показала, а девчонки на Бусти, в принципе, видели распаковку, вот, то я сегодня в Jo Malone Туберозе Ангелика. Очень классный. И прикол, на самом деле, он чем-то напоминает эйвоновский аромат. Сейчас вам покажу. Так. Я сейчас как раз таки его и протестирую. Это же, знаете, бывает такое, что по памяти он напоминает, а по факту это вообще разные парфюмы, да? Давайте вот я как раз... Там уже все вылилось. Ну, похоже, да. Такая белоцветочность... Она вот здесь чуть мягче, чуть слаще. То есть, знаете, как белые цветы такие сухие напоминают мне акацию вот здесь. Когда что-то есть такое сухое, пудровое в аромате, в общем, да, так он звучит. Но все-таки в середине аромата есть сладость и медовость. То есть здесь вот этой просто сладости, медовости нет. Но вот этот аромат, я помню в свое время, ну, может быть, не так много медовости. Ну, как не так много, чтобы ее здесь сильно много было, меньше, да? Но этот аромат в свое время я тоже сравнивала с цветущей акацией. Это Avon, снятый аромат Celebrate. Я помню, даже кто-то мне его просил, продай. Откуда такие мысли у людей появляются? Парфманьяка со стажем. Стоит снятый аромат, раритет. Ну, кто ж такое, девочки, продает? Вот, значит, ну это ладно, этот аромат. Я не снимала видео, надо записать. В прошлом году я все профукала, 3 месяца записала, 8 месяцев не писала, там ноябрь, декабрь опять писала, что я заказывала, какие ароматы ко мне пришли. И потом, ну, все уже, не снимала я видео полностью ароматы за год, потому что не отследила это. Вот, но, по-моему... В этом месяце, вот хотя бы за этот месяц, да, у меня пришел аромат Far Away от Avon Beyond the Moon. У меня есть просто Far Away Beyond, и, наверное, я его могла отметить как самый вкусный из Far Away-чиков. Для меня это классика. Там вот все то же самое, что в классике, только немножечко обыграно более современно и сладенько. Чуть-чуть более сладко. Все-таки в классике ваниль, она такая сухая, стручковая, она не сладкая. А здесь вообще очень интересный аромат. Мне кажется, это теперь мой любимый из Far Away. Хотя, опять же, я смотрела на него отзывы, и его многие просто захейтили. Здесь это сладковато. Здесь вообще ваниль не та, которая в классике. То есть вот как-то во всех остальных это было похоже, да? То есть вот прям ДНК сильная была. А здесь я не слышу вообще, в принципе, ДНК Far Away, если честно. Здесь и сладко, и мягко. И вот этот вот какой-то ночной цветок, там что там, цериус, не цериус, дурман, или что там заявлено. Вот эта мощная белоцветочность, она здесь мягкая, немножечко она. Но она даже не столько кремовая, она просто хотя бы мягкая, не колкая, не какая-то такая. И плюс вот эта вот ванильность сладковатая. И в общем, снова здесь такая вот... Но здесь даже не медовость, девочки. Он торжественный, он вкусный, он женственный, он сладенький, он окутывающий, он такой приятный караул. В общем, это мой любимчик. Да, кстати, вот этой вот штучки не было уже.
Я даже хотела заказать. Ну, получается, из Faraway у меня нет классической версии. Потом вот эта вот такая светло-голубая, светло-фиолетовая такая версия Аура или Аврора, как она там была, я ее продала, честно признаться, потому что для меня она была, ну, практически один в один, как классическая версия. Вот кто-то там слышит лотосы, водяные какие-то ноты, ну, вообще ничего не слышала. Полтора года стоял у меня этот флакон, ну, не могла я им пользоваться, не могла и не хотела. И все, я его продала. Получается, классики и вот этот вот самый похожий на классику я... То есть классики у меня и не было. Вот этот вот Аврору я продала. Дальше. Получается, плюс-минус все остальные у меня есть. Вроде бы, ну как, из которых я уже могла купить, там, золотого Gold нет, у меня там какого-то Infinity, ну вот каких-то таких, которые давно выпускались. Вот, из новичков у меня теперь все-таки в хотелках... Оранжевенький вот такой вот какой-то фарвейчик, я не помню, как он называется, вот, и бордовенький, хотя там ут, по-моему, да, в таком вот вишнево-бордовом флаконе, но я помню, когда он только вышел, он был новинкой, я заказывала себе пробник, и мне аромат понравился, поэтому вот, в общем-то, ну, короче говоря, вот я еще два от фарвея куплю. Вот, все-таки всю линейку я хочу собрать. Ну, как всю? Всю для меня носибельную, да? Ну, либо как-то меня интересующую. Вот, то есть классика, вот этот голубой все-таки, ну, фиолет, светло-фиолетовый, он не голубой. Его нет. Коробка вот такая, ну, коробку я выкину. Не буду я хранить, это вот просто что-то, я, знаете, для видео, так скажем. Ну, вот я выкину, да. Не нужен он мне, этот коробок. Выброшу. Вот. Но аромат хороший. Я его сейчас носила. Вот буквально там несколько дней назад. Не скажу, что супер стойкий, но, возможно, настоится. Но, опять же, не скажу, что супер стойкий, потому что ниша, 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 ниша. Знаете, у меня вот эти отливантики, пробнички, очень много ниши. И там, конечно, ого-го, зачастую какая стойкость. Но аромат мне очень-очень-очень понравился. Классно. Еще, девочки, я тут нашла пробничек у себя, нишевый, дорогой аромат. Это Initio, бренд Initio Parfums Prive Mask Therapy, мускусная терапия. Вот этот шикарный белый флакон. Ну все, я 2 дня была в этом аромате. Зараза стойкий. Ну, как зараза? Хорошо, что стойкий. Шлейфовый, классный, нежный, притягательный. Мускусная терапия. По-моему, там 2 вида мускуса, кстати, в базе заявлено. Но я слышу там и сливочность, и цитрусовость, и... Это не перец. Вот, может быть, цитрус немножечко такой... шершавенький. Вот что-то в нем есть, а я люблю такое, да? Вот если вот просто что-то мускусно-мягко-сливочное будет, мне это будет неинтересно. А вот это вот легкая, еле уловимая чертовщинка, все. Я в нем спать легла, в этом аромате. Ну, что вы думаете, он мне спать не давал до 3 утра, я его вдыхала, я и руку так, и сяк, я руку на подушку, я ее убираю, у меня подушка пахнет. И я вот прям включаюсь в этот аромат, я о нем думаю, я за ним слежу. В общем, это все уже просто, знаете, какие-то завихрения у меня пошли. Я пошла смотреть, сколько стоит, а стоит дорого. 8 миллилитров, можно взять на рандеву 8 миллилитров, да. Я решила, что пойду-ка я поищу у арабов. Перерыла весь Wildberries. Там есть эти белые флаконы, но я открываю, я сравниваю пирамиду, это 2 разных парфюма. Я понимаю, что, может быть, он будет на тему слегка, но это будет вообще не то. И сегодня просто каким-то чудом мне попалось видео одной девушки, и вот эти белые флаконы, это от Latafe ароматы.
И мне попалось видео девушки, которая показывала вроде как аналог. Ну как, я не помню, говорила ли она, тестировала она оригинал или нет, но по описанию, как она описывала этот маск-терапи а-ля, да, в белом флаконе от другого бренда, не от La Taffe, а, по-моему, Fragrance World, я поняла, что это оно. Ну, плюс-минус, хотя бы это будет уже оно. И там и база как-то, ну, более или менее там похожа по составляющим. В общем, девочки, вторую ночь не сплю. Думаю, что мне делать с этим ароматом маск-терапи. И я его заказала. Да. Так, бровки у меня, конечно, широковатые, да, я что-то намузюкала. Ну, ничего, это же это окрашивание. Я буквально один раз умоюсь, и у меня чуть-чуть кожа окрасят. Вот. И все это дело у меня сотрется. Так что такие вот, девчонки, у меня будет один, да, одна новинка. Не будут новинки, одна новинка у меня будет. Хотя буквально недавно я говорила, что я и вот этот хочу, я вот этот хочу. Ну, из каких-то арабов, да. Но вот такое у меня бывает, что ты можешь там хочу, но экстренно я могу заказать вообще что-то совершенно другое, вот просто экстренно. Все, нашла, купила, сижу, жду. Недорого, там что-то 2 с копейками этот флакон стоил, 80 миллилитров. Вот, в общем, вот такие вот дела. Теперь я жду с нетерпением свой прекрасный новый парфюм. Даже если он будет хотя бы в духе, то это прекрасно, потому что я сейчас почему-то, ну, как-то не сейчас конкретно эти несколько дней, но до этого я очень много пользовалась какими-то мягкими, свежими, мускусными, телесными ароматы чистоты. В общем, вот туда меня как-то, да, понесло, в эту прям стезю, структуру. Вот, поэтому я думаю, что этот, если аромат будет хотя бы, ну, плюс-минус как-то похож, то это, да, будет круто. Конечно же, скорее всего, меня это не устроит, и мне придется покупать 8 миллилитров. Ну и ладно. Что-то я слишком часто стала покупать 8 миллилитров. Наверное, потому что слишком на дорогое засматриваюсь. Денег нет купить флакон, да, но, слава богу, у рандеву можно урвать хотя бы вот такие вот 8 миллилитров. Ну, на самом деле, не всегда нам нужен флакон, честно признаться. Бывает, хочешь, и как бы все. Если посмотреть на, в принципе, плюс-минус всю парфюмерию, даже во флаконах, да, что ты покупаешь, вот за год сколько я использовала? 3 миллилитра каждого? То по итогу, как бы, да, 8 миллилитров – это нормально. Захочешь, насобираешь, купишь полную версию, захочешь просто миниатюру эту 8 миллилитров повторишь. Но и плюсом сохранность в место на полках, понимаете, сохраняется, да? Так, чего я тут это понашлепала? Это тут стоит, это тут, этот я надену, это я надевала. Ой, у меня тут караул. В общем, девчоночки, вот такие вот дела. Все, рассказала вам про парфюмы, про вот эту вот новинку этого месяца. А буквально следующее видео, одно там, или следующее, или через следующее, я все-таки отсниму ароматы, которые я купила по месяцам. Посмотрю, что как, позапишу. Вот, потому что я покупала и Бракар 2 парфюма, 3, и Новая Заря у меня одна новинка, и, ну вот, шифон из арабов тоже ведь я брала. Это вот все за вот эти несколько месяцев. Ну и плюсом люкс и ниша, да? Так что я сниму как видео, посмотрю, подпишу все, да, это самое, бухучет свой, знаете ли, флакончиковый бухучет, и вам все расскажу. Вот. Все, мои дорогие, спасибо большое за просмотр этого видео. Вот, пойду я, значит, заниматься пока что домашними делами. Я там замариновала курочку. Вот, что нашла, в том и замариновала. Ну, не саму курочку, а бедрышки. Чеснок соевый.
соус и майонез туда шибанула немного, там оставалось. Короче говоря, маринуется. Сейчас быстренько все запеку. Гарнир будет, наверное, у мужа свой, у меня свой. Не знаю, не буду я картошку. Вот, все-таки весна на носу. Но, честно признаться, я больше килограмма уже скинула за 1,5 недели. Вот, так что я взялась, все-таки я взялась и за тело, и за вес. Вот, как-то, конечно, на выходных я дала жару, если можно так сказать. Вот, но все равно я как бы это самое, начинаю следить за собой, да. Вчера я не сильно урезала питание, но я не скажу, что я прям переела. Вот. Сегодня завтрак делал супруг. Вот. Да. Чуть-чуть он, конечно, так приукрасил все. Ну, как завтрак. У меня это уже был обед. Вот. Ну, и у него, да, уже был обед, в принципе. Просто для меня это был завтрак, потому что я с утра не ем, да, там 4 часа после пробуждения, как бы для меня уже плюс-минус обед. Вот, значит, ну он там чуть приукрасил, конечно, и майонеза, и кетчупа, и всего остального везде на это самое. Ну, ладно, но зато вечером я буду держать себя в руках. Вот, пишите, кстати, вы планируете похудеть к весне, не планируете? Вот, или бы вы уже худеете. Мне многие, кстати, написали на Бусти, моем канале, что девчонки тоже там все взялись за себя. Вот, так что, если что, давайте друг друга поддерживать. Все будем худенькие, красивенькие. Между прочим, я заметила, когда я худею, у меня даже лицо подтягивается, вот эти все брыльки, обвисания, да, вот эта вся отечность ужасная, она тоже уходит, поэтому имейте это в виду. Вот. Ну и, в общем, если вы еще не подписаны на мой Бусти-канал, то все ссылочки внизу в описании. Добро пожаловать! Всех жду с нетерпением. Вот там раз в месяц у нас проходит розыгрыш всяких интересностей, когда просто какой-то флакончик парфюма, когда аромабокс, когда какая-то так вот косметика рандомно, да. Так что, если вам это интересно, интересно просто какие-то видеоролики. Они, конечно, не такие обычно, как здесь, когда там сижу вся накрашенная, да, хоть как-то. Там я уж просто как хожу, так снимаю, как встала, как, в общем, что делаю, то и делаю. Вот, да, там как-то и территорию, и дом, и огород, и все-все-все-все-все подряд, в общем-то, попадает в кадр. Вот, так что, если кому-то интересно, добро пожаловать. Ну, все, мои дорогие, до новых встреч. Пока-пока.